Участники 21-го открытого фестиваля детского и молодежного творчества «Серебряный олень» в номинации «Эстрадный вокал» готовятся к выходу на сцену. Наталья увлекается музыкой и изучает иностранные языки – английский, французский, китайский. Для выступления выбрала песню на корейском. Им девочка занимается уже полтора года. Воспитанница детского музыкального театра «Олимп» представила номер «Эйфория» вместе с танцевальным коллективом «Серебряный дождь». Командная работа очень помогает в выступлениях, так как ты взаимодействуешь с танцорами, а не выступаешь сольно. Когда ты сольно, твоя ошибка переносится только на себя, а танцоры, они как-то могут поддержать, помочь, и тоже обратная связь идет от тебя, ты можешь им помочь также. Аина приехала на фестиваль из Звенигорода. Ей 13. Музыкой занимается с 8 лет. Постоянно участвует во всероссийских и международных конкурсах. Песню «Never Enough» репетировала несколько месяцев. Эта песня очень такая яркая, очень красивая, и мне она очень понравилась. Свое мастерство на конкурсе представили более 120 вокалистов из Одинцовского городского округа в возрасте от 6 до 35 лет. Всего у фестиваля более 10 номинаций. Он вбирает в себя все направления творчества. Отличительной чертой нашего фестиваля является то, что мы всегда проводим этакий разбор жюри с руководителями и с участниками, с тем, чтобы наши конкурсанты могли получить рекомендации компетентного жюри для дальнейшего роста и развития, рекомендации для участия в других конкурсных и фестивальных программах. В жюри фестиваля компетентные специалисты. Они отмечают высокий уровень подготовки участников. Каждый номер – это прям вот какое-то событие. И я вижу, как трепетно каждый участник вот относится к тому, что он делает. Когда ты видишь, что стоит маленький гражданин твоей страны, маленький ребеночек еще, а у него уже осмысленные глаза. Он, может, где-то чуть ошибся, но это порой вот до слез прям прошибает. Здесь все звезды. И одни участники, естественно, поют лучше, другие немножко похуже, но в целом ощущение необыкновенное. Следующие выступления в рамках фестиваля пройдут 27 февраля на сцене культурно-досугового центра «Заречье». Жюри будет оценивать конкурсантов в номинациях «Хореографическое искусство» и «Оригинальный жанр». А завершится «Серебряный олень» 10 апреля традиционным масштабным гала-концертом. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».